мы продолжаем наши разминочные комплексы по хатха-йоге. Сегодня мы сделаем разминку из позиции сидя. Примите сидячую позицию. И скрестите ваши ноги любой удобной формой, каким вам будет полезно. Руки поверните внутренней стороной ладони прямо на колени. Спасибо. И слегка присогните осанку. Слегка присогните осанку. И как бы опираясь от коленей, выталкивайте грудь вперед. Каждый выход вперед – это вдох. Каждый уход назад – это выдох. И совместите вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вы должны помнить, что от всех движений в йоге вы должны получать удовольствие. Безболезненное удовольствие. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Поднимите две руки со сторон. Вдох, провожая их глазами. И выдох через левое плечо. Выдох. Правая рука отталкивается от левого колена. Глаза и голова участвуют в скручивании. Спасибо. Вдох через центр. И через правое плечо. Выдох. Спасибо. Вдох. И поставьте две руки сзади, пальцами вперед. Оттолкните таз. Глаза смотрят в потолок или вверх. Шея не проваливается. Вдох. И отпустите таз. Медленно вытяните две ноги вперед. Пошевелите ногами, чтобы расслабить болевой синдром в коленном суставе. Обеих ног. Спасибо. И перекиньте крест ног. Раз. То есть вы поменяли крест, да? Спасибо. Поставьте две руки внутренней стороной ладони прямо снова на коленные суставы. И крутите. Грудь. Крутит окружность вокруг таза. Полкруга у нас вдох, полкруга выдох. Скорость умеренная, скорость, рассчитанная на дыхание. Полный глубокий вдох туловища впереди, полный выдох туловища сзади. Расслабленное состояние. Убираются все компрессии позвоночника, усталость вся проходит, и вы заряжаетесь на весь ваш день. Спасибо. И покрутите в другую сторону. Спасибо, вдох. И снова скручивание через левое плечо. Вдох. И скручивание через правое плечо. Вдох. И отпустите две руки назад, пальцами вперед. И медленно оттолкните таз. Передняя поверхность туловища должна быть достаточно прямая. Избегайте переразгиба локтевых суставов. Глаза смотрят в потолок. Вдох. Отпустите. Две ноги вытяните вперед. И слегка снова расслабьте болевой синдром в коленном суставе. И эту связку мы закончим легкой пашчиматанасаной или в простонародье складка. Сделайте две руки вверх, пальцем захватите вдох. И медленно ложитесь вперед. Раз. И два. Колени могут быть согнутыми. Фиксируйте, дышите. По мере расслабления вы можете уйти дальше в глубину.
Главное, вы не должны испытывать никакой боли. И медленно возвращайтесь. Вдох и выдох. Медленно вновь прибери две ноги. На этом, дорогие друзья, наша утренняя разминка окончена. С добрым утром, друзья!